Друзья, привет! Это интернет-магазин «Во колесо». И в этом видео я хочу показать вам очередной наш выполненный заказ. На этот раз диск, один диск, а у нас можно заказывать поштучно, на автомобиль Renault фирмы Replay. И немножечко необычное такое начало, потому что обычно я показываю диск, потом показываю, как он упакован. Здесь вот как-то решил сделать все наоборот, а может быть так и более правильно, показать вам, как все дело упаковано. Потому что подписчиков у нас на сегодняшний момент 417 человек, а просмотров видео под различных все вместе почти 300 тысяч. Поэтому очевидно, что некоторые люди заходят на наш канал впервые. Поэтому если вы уже видели, как упаковываются диски, то, соответственно, вы можете немножечко перемотать на там, секунд 15. Ну и смотрите, кстати, в этом видео я покажу, сколько весят диски. Мы их с вами взвесим вот на этих весах и посмотрим, насколько отличаются они от того, что написано на коробке. Видите, вес указан. Но давайте по упаковке. Вот сверху лежит такая вот гофрированная крышечка. Диск упакован в такой вот пакет. Тут различная тоже упаковка. Сейчас я вам покажу, как, в общем-то, все это выглядит внутри. И вот такой паспорт. Инструкция по эксплуатации, гарантийные обязательства. Так, распаковываем. Вот я диск достал из коробки. Коробка, кстати, тоже такая вот гофрированная. Снимаю пленку, пакет. Все это пока что сюда. Смотрите, вот одето такое кольцо на обод пластиковое, чтобы защитить обод, если что, от различных контактов. Далее идет вот такая вот шапочка и вот еще такая вот штучка, прокладочка такая. Так, пакет мы тоже убираем. И, собственно, вот он диск. Вот он вот так вот выглядит. Модель REN14. Не катись никуда, пожалуйста. Укатывается. Чем бы подпереть? Где же ножницы? Где же ножницы? Сейчас ножницами буду. Готово, диск никуда не укатывается. Итак, это 15 диаметр. Параметры давайте я вам покажу. Как я говорил, модель REN14, 6,5 на 15, 43 вылет, 514,3, 66,1 ступица, цвет S, серебро. Собственно, у дисков Replay всегда окраска на высоте. Тут, в общем-то, вопросов никаких нет. Диск красивый, кстати, достаточно такой интересный. Вот. И покажу вам во внутренней части указаны параметры дисков. Вот видите, вылет 43, 6,5 на 15, ну и так далее. И что самое для меня важное, одно из самых важных, это макс лоуд, максимальная нагрузка. Здесь 650 кг на диск, то есть комплект дисков выдерживает 2 600 тонн. Учитывая, что эти диски подходят на автомобили Renault Fluence, Megane и так далее, то у них такой, знаете, 2 мегана можно поставить на этот комплект. То есть запас прочности достаточно большой. И опять же, для чего нужны параметры, которые выбиты на внутренней части диска. Допустим, вот так вы решите заказать диск. У вас, допустим, один вышел из строя, повредился, и вам нужен один. Где смотреть параметры? Коробок нет, коробки, естественно, уже выброшены давно. Вот снимаете диск, смотрите во внутренней части, вспоминаете параметры, звоните нам. И, в общем-то, мы вам без труда и без проблем подбираем такой же диск, который у вас и есть. Вот, кстати, здесь выбита вот такая маркировка тоже с параметрами Qualex, то есть контроль качества. Контроль на рентгене проходит диск каждый на предмет пустот. Тоже, на самом деле, очень важно. Ну, Replay вообще хорошая фирма. Так, что еще вам показать? Ну, обещал показать вес диска. Давайте и взвесим его. Весит 7,7 килограмма по нашим весам. Я не говорю, что они супер точные, они такие весьма бытовые. Но давайте посмотрим, что написано на коробке еще раз. 7,5 килограмма. Ну, я думаю, что это в пределах погрешности, прежде всего, наверное, наших весов. Ну, в общем-то, вот как-то так, друзья. Если считаете, что такие видео полезные, где мы показываем вам диски и шины вживую, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Все, друзья, спасибо большое, пока-пока.